Привет, бро, с тобой Воблер и ставь лайк за 3 секунды, если ты любишь командовать. Считаю. Раз, два, три. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Это у нас игра Army Commander. Мы здесь продолжаем проходить уровни. Это уже третий ролик по этой игре. Если ты не смотрел прошлые ролики, то ничего страшного. Я командир. У меня есть серебряные и золотые жетоны, которые я должен зарабатывать, когда я воюю с врагом. Но для того, чтобы здесь вообще как-то развиться, мне сейчас понадобится построить здесь инфраструктуру, то есть палатки и другие штуки, которые помогут здесь собирать мою армию. Здесь палатка. Также здесь у нас оружейная, где можно прокачивать оружие. Есть у нас ядерная бомба. Есть аэродром, и мы через 23 секунды сможем это все активировать. Вот мои обычные юниты. Они сейчас выбегают. Пока что у них обычное древнее оружие. Но у нас есть несколько земель, которые мы с тобой пройдем, и тут все прокачаем. Пока что мы находимся на первом этапе. Потом у нас будет А, Б, С. Вот собирается наша армия. Давай мы сейчас с тобой запустим ядерную ракету. Вот она. Нажимаем. Давай! Полетела! Немножко уничтожим врага и заработаем здесь жетоны. Бадыщ! Вот так мы жестко наказали противника. У него даже был танк. Был, ключевое слово. Через 5 минут зарядится наша ядерная ракета. Давай я быстро побегу, соберу здесь жетоны. У них даже там какой-то крутой пулеметчик. Я в шоке, какие же они здесь крутые. Так, давай будем прокачивать нашу армию. Нам нужны золотые жетоны для того, чтобы наши войска выходили более высокого уровня. У нас есть еще, дорогие друзья, аэродром. Так, давай, мы сядем в самолетик. Вот я полетел. Да, я воблер, да, вперед летим. Давай мы начнем с этого угла всех бомбить. Раскидываем вот этого чувака за миниганом. Я бы тоже уработал. Давай, давай, стреляем по нему. У меня закончились бомбы, возвращаюсь на аэродром. Зарядка 5 минут, но ничего страшного. Давай посмотрим, что у нас здесь насобиралось. Вот моя армия, то есть по численности она максимальная, но вот оружие, конечно, у нее не очень. Все, пацаны, вперед, стреляем! Давай, я тоже стою, отвлекаю врага. Блин, там вообще жесткий какой-то этот чувак с миниганом. Вражеский танк будет на нас смотреть. Давай, стреляем, стреляем еще, пацаны. Я собираю здесь жетоны. Перебили всю мою армию. Быстро убегаю. Ха -ха -ха. Еле спасся. Короче, давай мы с тобой будем прокачивать здесь палатку. О, оружейная. У нас есть оружейный завод. Теперь мы выпускаем калаши. То есть не просто какое-то древнее оружие из Первой мировой войны или Второй. Ну, а калаши это круто. Сюда положить 20 серебряных жетонов, и оружие будет еще круче, чем АК-47. Так, у меня есть жетоны, сюда мы ложим. Все хорошо. Надо побежать собрать, хп у меня тут восстановилось. Быстренько пробегаем. А что у них там за кнопка? Ай, по мне стреляют, больно. Танк стреляет, все, я убежал, ребята. Хорошо. Серебро, я хочу более крутые автоматы, чтобы были у меня. Надо еще 16 штук. Ну, золотые монеты мы можем сюда вот ложить. Также у нас может быть танк за 30. Если мы тут насобираем, то он появится. И конь. Тут может быть, ребята, конь. Ребята, я хочу вам открыть небольшой секрет. У меня есть секретный канал, который называется «Воблер Шортс». Там сейчас на данный момент всего лишь 200 подписчиков, но рано или поздно будет больше 100 тысяч. А ты, дружище, успей туда подписаться. На канале Воблер Шорс нарезки прикольных моментов из моих роликов, потому обязательно подпишись и смотри. Наша пехота в полном составе, мы готовы с тобой атаковать. Все, пацанчики, вперед! Давай, вперед, пошли, куда вы решили прямо пойти? Да, вот, гасите чувака с миниганом, или он не гасится. Все, завалили его. Конечно, я потерял кучу пехоты, чтобы убить одного вражеского персонажа. Они реально крутые и дикие. Придется снова бежать. Давай лучшее оружие сделаем. Да, круто. Теперь у наших чувачков дробовики. Все, это максимальная эволюция. Получается дробовик. Ну что, дробовики хорошо. Давай мы сюда положим золотой жетон. И, наверное, палатку. Вот я сюда палатку сделаю более крутую, и отсюда будут выходить более крутые войска уже. Также в прошлой серии я ложил в этот чемодан жетоны, и теперь я их, ребята, перенес на новый уровень. В принципе, штука крутая, надо будет тоже потом эти жетоны перенести на другие земли. Смотри, у нас уже топовая палатка, ты видишь, какие чуваки выходят крутые, они уже в бронежилетах. И у них крутое оружие, прям золотое какое-то. Давай мы эти жетоны попробуем отнести вот сюда, чтобы у нас появился танчик. Пацаны, вы готовы? Они такие, да, конечно, воблер. Еще минута зарядится у нас аэродром и наша ракета. Все, пацаны, вперед, у вас крутое оружие. Давай, стреляем. На себя отвлекаю врага. Вот мы захватываем земли. Враг пришел на наши земли. Что у них за кнопка там горит? Может быть, это у них тоже какая-то ядерная ракета. Кто-то нам звонит. Но я здесь отключил Wi-Fi, потому все нормально. Аэродроп летит. Все собираю. Ну давай, аэродропик. Ага, он за ролик. Я не могу его открыть. Потому что я Wi-Fi отключил. Тут все нормально. Дело в том, что ты играешь, и прям посредине боя вылазит ролик рекламный. А это вообще нехорошо. Кто играет в игры, тут понимает, о чем я говорю. Тем более, это мобильные игры. Так, давай мы сюда. Все, поехал танчик. Чтобы был второй танк, надо 45 жетонов серебряных сюда положить. Давай мы золотые монеты закидываем. Ну все хорошо, 14 секунд. А это у нас будет госпиталь. Блин, я забыл вообще за госпиталь, чтобы лечить свою команду. Но я думаю, что мы сейчас будем атаковать врага, и мы в любом случае нас собираем на госпиталь. И все будет хорошо. Чтобы наши бойцы не все умирали, хоть как-то спасемся. Кнопка готова. Давай, полетела ракета. Ну огромный падабум! Пыты. Ну, это, конечно, да, такой вот грибочек. Ну, пошли пособираем. Хотя там золотые жетоны. Мне-то надо серебряный на госпиталь. Но здесь уже, ребята, флаг. Давай, собираем. Что ты стреляешь, пукалка твоя? Мой персонаж не может стрелять без бойцов, без пехоты. То есть я могу подбегать и получать урон. Чтобы мой персонаж стрелял, надо именно идти со своей пехотой с армией. Так мне писали подписчики. В принципе, они-то правы. Давай, мы сюда закидываем. Надо госпиталь сделать, чтобы они лечили там всех. Ну все, я готов. Сколько у нас тут бомбочек? Я думаю, что мы сейчас вынесем врага, ребята. И перейдем на новый уровень. Так, я управляю самолетом, лечу сейчас. Вот здесь давай будем бомбить. Что это за кнопка? Я вообще не понимаю, что это за штука. Вот бомблю. Давай, давай, давай. Бомбалайла сюда скидываем. Еще, еще. Это то ли мина, наверное. Может, это мина реально какая-то. Отправляемся на базу. Я... я думаю, что сейчас наша пехота зачистит эти земли, и мы с тобой перейдем дальше. Вот наша армия готова. Давай, даже танк у нас есть. Что это за мина? Блин, давай я наступлю. Я взорвусь. Да, реально взорвался. Это мина была. Давайте, пацанчики, я его просто толкаю стволом своим. Пока что я ничего не буду захватывать. Снова вижу аэродроп. Ну давай аэродроп. Ну он за кнопку открывается. Не хочу я за кнопку открывать ничего. Здесь тоже. Я хочу просто, чтобы было без кнопки. Давай мы сюда золото закидываем. Отлично. Да, теперь наши бойцы будут выходить более высокого уровня. Не хватило немножко жетонов. Ну все, мы сейчас с тобой захватываем флаг и переходим на новые земли. Будем захватывать землю номер Б. Опускаем поднимаем. Let's go. Все собираем по чемоданам и грузовики перевозят. Надо ознакомиться с врагом на этой территории. Посмотрим, кто же здесь. Ого, у них есть огромная кирпичная стена. Очень много таких вот крутых юнитов. Они, конечно, жестко накидывают башни. Там тоже мины. Ай, какие же они дикие. Там... Подожди, там что, чувак, с огнеметом был, что ли? Да, огнеметчик, он меня жарит, я почти умер. Капец, ну ладненько на новой земле я вижу можно закинуть 35 жетонов и будет новое оружие то есть не дробовики а что-то другое но дело в том что наши вообще выходят со стоковым оружием потому что завод ничего не произвел так как нету золотых жетонов нету денег да ребята деньги это ключевое что нужно на войне война всегда забирает очень много денег ну давай будем ждать пока они все соберутся. Чтобы здесь юниты быстрее набирались, можно поставить еще одну палатку. То есть сначала поставить за 10 жетонов, а потом дальше прокачать. Но я бы лучше хотел еще один танк. Я лучше здесь подожду. Да и так у меня жетонов не хватает, чтобы тут даже оружие делать. Ладно, пацанчики, вы готовы? Я думаю, что мы побежали сейчас. Вперед! Прям на стену идем! А че мы сразу на стену? Давай, стреляй! Чувак стреляет. Давай, танчик, бей, бей. Мне надо как можно больше уничтожить врагов, чтобы здесь, ребята, собрать побольше жетонов. Короче, все, все погибли. Давай госпиталь сделаем до конца. Госпиталь вроде бы не такой. А, все, у него крыша появилась. <с -2> <с -2> То есть, когда я вовнутрь захожу, крыши как бы нет. Вот, чтобы видно было моего персонажа. Все, у меня бомба готова. Давай я сюда еще сделаю оружие. 25 надо максимально, да? Ну все, я все положил. Сейчас уже будут новые стволы. Я побегу быстро соберу жетончики. Враги очень дикие. У них там прям серьезная защита. Давай попробуем делать более новое оружие. Но ну, тут надо, конечно, 30 жетонов. У меня уже готова бомба. Давай, она полетела. Бомба, а полети, пожалуйста, дальше. Плохо, что нельзя управлять этой бомбой. Но хорошо, что у нее большой урон. Золотые жетоны. Я не против, конечно, золотых жетонов, но мне бы серебряные больше подошли, потому что с помощью них можно прокачать базу. А тут чисто качаешь ты всего лишь пехотинцев. Тут вот еще это мина, еще и танк по мне стреляет. А ну кэш, хватит по мне бить. Я тут бегаю и все собираю. У меня прям огромная гора жетонов золотых. Давай мы сюда закидываем. Отлично, тут у меня еще есть дробовики на складе. Так, я хочу более крутое оружие. Что у меня здесь? О, у меня готов самолет. Все, мы зарядились бомбами и полетели. Теперь я уже управляю самолетом. То есть ракеты я не могу управлять, а самолетом могу. Так, буду бить, наверное, сюда. Давай, бьем, бьем. Вот эту часть врага уничтожим. Тут еще пехота накидываем. Сколько у меня бомбочки? Все, бомбочки закончились. Быстро убегаю. Снова золотые жетоны. Так, что вы, ребята, тут собрались? Да вроде бы все нормально. У вас скоро закончатся дробовики. Надеюсь, что мы сейчас пойдем и заработаем серебра немножко. Пошли в левую сторону. Вперед, пацанчики! Че ты? Чувак, ну воюй, мой персонаж не стреляет. О, вот смотри, чуваки сзади с носилками. Ай-яй-яй, капец, как они накидывают. Чуть моего персонажа не завалили. Я убегаю. Так, вижу, много серебра валяется там. Серебро это хорошо. Давай сюда носим. Если честно, ребята, я здесь больше похож не на командира, а на грузчика. Я, наверное, это уже говорил в прошлом ролике, но это правда. Потому что я все здесь бегаю, собираю чисто грузчик. Воблер-грузчик. Ношу. снова аэродроп, который я взять не могу. Конечно же, спасибочки. После того, как я прокачаюсь здесь на максимально пехоту, здесь появится станок, где я смогу уже золотые жетоны переводить в серебряные. Ну, это будет не скоро. Моя армия готова, может быть она даже не максимальная, но все же. Пошли мы с тобой вперед, чтобы быстрее уже пройти этот уровень. Это будет флаг номер Б. Вот я вижу башню. То есть, когда бьешь пехоту, выпадает здесь много серебра, да? Давай, собираем. Давайте, пацанчики, воюйте. А что-то такое? Чувака убили. А, он лежит один, то есть его сейчас медики заберут. А ну кыш, я по вам стреляю. Я не просто грузчик, я грузчик с автоматом. Один танк поехал. Танк, танк поехал сам воевать. Танчика развалили, гусеницы отпали. Можно его как-то домой притащить и отремонтировать. Если у нас есть полевой госпиталь для раненых, значит... Должен быть какой-то ремонтный центр для танка. Это же логично. Только почему-то здесь его нету. Вот я прокачал. Офицер второго уровня будет выходить. Так, давай, новое оружие какое-то. На! Огнеметы теперь будут! И я с огнеметом буду бегать, буду просто всех жарить. А что дает самолет за 35, а? А что дает? Как ты думаешь? Давай я сейчас закину. Может быть, будет какой-то крутой истребитель вообще. Офигенский. Ну что, ждем? Ага, они не могут выходить с огнеметом, потому что у нас нету огнемета. Блин, ну... То есть, либо тут ты прокачиваешь, либо ты ложишь, и фабрика делает здесь. То есть, я как бы оружие все лучше и лучше делаю, только они все равно воюют со стоковым. Ну да ладно, пошли уже в атаку. Блин, ну я понял. Ну есть там пару огнеметчиков. Давайте, пацаны, вот что мы сейчас завалим. Конечно, аэродроп хорошая штука, но надо включить здесь интернет. А, танк просто поехал, всех затаранил. И что теперь? Ну давай, нажимайся. Не хочу я ничего включать. Наверное, у меня не хватает денег теперь, чтобы все прокачать. Видишь, С. То есть я точку Б сейчас захвачу, и будет точка С, и там уже дальше финиш. Посмотрим, сейчас вообще можно без Wi-Fi здесь все прокачать или нет. То есть как раз мы с тобой и выясним. А у нас есть ядерная ракета, но ее нет смысла применять, так как мы сейчас уже будем переходить на новую карту. Будем все перевозить. Ну все, я беру точку Б. Давайте собрали все в машины. Конечно, танк в машину засунули <свы> в грузовик <свы> и перевозим. Все, перевезли танк, все нормально. Ой, просто отлично. Вот здесь, ребята, в бочке сидит робот. Если посмотреть ролик, то ты садишься в робота, ходишь и убиваешь врага. Мы его видели в прошлой серии, но в этой его не будет. Так как мы воюем вот так. Давай. Пыш! Снова золотые жетоны. Где серебро? Серебро в аэродропе. Все. Ну все, пошел я, ребята. А вот серебро лежит. Ух ты. Ну что, мне огнеметы ставить? Или все-таки вот сюда дойти, аэродром. Коль у нас есть ядерные бомбы и авиация, давайте мы с тобой полетим и здесь побомбим. Вот сюда, бам-бам-бам. Закидываем, но снова золотые жетончики скидываем. Все, накидали и улетаем. Нам срочно нужен станок, который переводит золотые жетоны в серебряные. Бегу, собираю жетоны. Вот этот дяденька с миниганом конечно, смотрится очень жестко, вам не кажется? Собираем жетончики. А почему у меня не восстанавливается здоровье? Давай я, ну, перейду к медикам. А, возле медиков оно быстро восстанавливается. То есть мне тоже есть смысл забегать в госпиталь. Блин, третий ролик, я только понял, что здесь хорошо отхиливаться в госпитале. Отличный я игрок. Давай пошли дальше. Золотые жетоны. Ну все, пацанчики, что я могу вам сказать? пошли в атаку. Все-таки армия же есть. Let's go! Завалим чувака! Сейчас этот чувак всех наших перекосит. Ух ты, когда умирает моя армия, дают много серебряных жетонов. Так что, сливать теперь свою армию, чтобы получать серебряные жетоны? Это вообще гонево какой-то. Но я не хочу сливать свою армию. Ладно, давай мы с тобой здесь прокачаем аэродром. Больше бомб появилось в два раза! Офигеть! Ну это круто, смотрите! Это реально суперски, потому что в прошлых сериях такого не было. Очень интересно. Пошли дальше. Ну, танк я не прокачаю. Что еще? Ну давай оружие огнеметы сделаем. То есть я тут не могу прокачивать, огнеметы здесь максимальные. Но теперь будет 17 огнеметов. Чуваки будут с ними выходить. Я думаю, что мы всех поджарим. Да, приходится, конечно, ждать. Кстати, есть вариант зарабатывать серебро, если просто сливать свою армию здесь в игре выпадать серебряные жетоны, а потом прокачивать базу. В принципе, штука интересная. Но тогда армия должна быть вообще слабая, без всякого такого оружия. Конечно, свою сливать армию это не совсем хорошо. Но это же игра. Поэтому надо найти какую-то лазейку, да, чтобы зарабатывать серебро. Так, быстро тут все собираю. А, я, я сел! Я сел, смотри, бью по врагам! Офигеть, что я мог вообще сесть за этот миниган? Бью, бью, ребята, по базе. Вражеской, все, миниган завалили. Офигеть, я даже не знал, что так можно было. Ха-ха-ха! Вот это я, чувак, крутой. Итак, тут я вкинуть ничего не могу. Давай его вот здесь оббегу. Наверное, поставлю еще один танчик. Чтобы два танка выезжало. Но тут у меня чуваки с огнеметами. То есть, как бы сливать их не хочется. Через 40 секунд будет уже ядерная ракета. Полетела ракета по врагу. Да блин, лети в правую сторону. Зачем в левую? Тут стояло там сколько? 9 солдат несчастных. И с них 9 жетонов выпало. Толку с этих жетонов. Ой, ну я бы хотел в другую сторону стрелять. Там больше врага. Ну ладно, пошли. Мы все с огнеметами, ребята. Мы прям все крутые. Поджарим! Всех, да! Давай, сейчас будет шашлычок! Шашлындос! Много аэродропа, которого я не могу взять. Печально. Так, пусть они там воюют. Я пока что здесь жетоны пособираю. А что, ребята, вас всех развалили? Ну давай, танчик, гаси всех. Давай, там, конечно, работают медики. Давай, давай, давай. Жетонов много. А что если я наступлю? Я почти взорвался, но я выжил. Медики? А тут еще два наших солдата сейчас принесут. То есть, в принципе, медики хороши. Они экономят. Здесь нам серебро. Потому что, когда погибает солдат с оружием, надо оружие заново воспроизвести. Они как бы приносят 3-4 солдата, они потом выходят, стают в строй. И таким образом несколько жетонов мы спасаем. Может, 4 или 5 жетонов за бой серебряных Если тут такие будет 10 атак, то, в принципе, нормальная госпиталь сразу окупается. Давай мы сюда выносим. Чпонька. Я хочу второй танк. Сейчас он появится. У меня как раз 27 жетонов. На! Два танка! Вот так вот. Ха-ха! Два слота, два тигра. Ух ты, самолет! Смотри, сколько у меня бомб. Ну все, я сейчас всех забомблю, хотя толку у меня от этих бомб. 30 бомб! Так тут и врагов-то нету, кого я бомбить буду. Я мог бы пехотой всех сейчас раздолбать. Ну давай вот поскидываем бомбочки. 30 штук. Все, остальные я повез на базу. Я первый раз возвращаюсь на самолете с бомбами. То есть в два раза больше. Это вообще крутая авиация. Хорошо. Пошли пособираем. Куда же мне теперь серебро вкидывать? Ну, сюда можно в ящик вкидывать серебро, чтобы оно перешло уже на другую базу, когда мы переедем. То есть там появляется, нету серебра, ты сразу сюда подошел, все забрал. Все, конечно, круто. Ну, тут мы прокачали, тут у нас еще одна палатка такая же будет. Тут у нас вроде бы снайперы. Тут где-то загон для коня. А вот это то ли рынок. Или еще какая-то фигня непонятная. Не помню, что там. Там, по-моему, рынок обычный. Ладно, ну что, пошли в атаку. А подожди, самолет прилетел, и бомбы пропали наши? Кто украл бомбы? Где охранник? Кто ответственен за это? Я в шоке. Просто ребята украли. А я не могу атаковать. А, надо просто флаг захватить. Я думаю, почему армия не идет? Потому что врагов нету. Ну, пошли, все, я опускаю флаг, и мы их захватили. И это у нас сейчас будет финальная битва, типа. Посмотрим, что там за враг. То есть на этой финальной битве мне надо, значит, уже серебряные жетоны ложить сюда в коробку, чтобы они перешли на следующий ролик. Я стою у кнопки и жду. Так, мне звонят, говорят, Воблер, есть ракета. Я говорю, отлично, сделали ракету? Бадамс! что у нас? Давай посмотрим. В принципе, есть хороший вариант, как зарабатывать серебро. Просто не строить вот этот завод. Пусть наша армия бегает со стоковым оружием. Сливать ее и получать жетоны. Ну, потому что другого варианта я здесь пока что не вижу, как заработать жетоны. Потому что аэродроп нам недоступен. Давай мы сюда прибежим. Что тут у нас? Фух! Слава богу, появился станок, где мы можем с тобой золотые жетоны переводить в серебряные. У нас армия уже готова. Практически вперед, пацаны! Два танчика! Вперед на врага! Я тоже стою, стреляю! Дышь, дышь, там идет звонок. Некогда мне отвечать! Я вообще сейчас воюю. Кто звонит во время атаки? Это же глупости. Стреляем, пацаны. У нас еще есть танки, все у нас есть. Я всех поливаю сейчас. Да поливался. Тут проходим. Собираю жетоны, жетоны. Давайте. Золотые жетоны мне больше некуда вкидывать. То есть сейчас я могу уже их обменивать. А ну-ка, ай, по мне стреляют. У меня 28 жетонов, и сейчас я поменяю, и будет плюс 16. О, видишь, 4 чувака прям взяло и вышло. Давай мы сюда в коробку положим трун ту 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 тун Это запас у нас такой. А, это, наверное, сколько жетонов можно переносить. Давай посмотрим. Ну, это у нас снайперы. Надо ли нам снайперы? Не надо. А, я снова закидываю. А зачем я несколько раз закидываю? Не хочу я много раз закидывать. А, я, получается, сюда положила, сюда я взял. Ладно, давай я положу. Так как нам некуда тратить. Давай вот здесь вот что-то прокачаем. Ну все, пошли в атаку. Наши готовы? Да, армия не полностью готова, но, короче, мы пошли. Со стоковым оружием. Зато я один с огнеметом здесь. Поджарим шашлычку! Давайте, давайте, пацаны, как-то тяжело нам тут дается атака эта. Я первый стою. Пусть они лучше по мне стреляют. Да по мне стреляйте, вот я спереди стою. Не бейте по моим танкам. Они Мою команду завалили, а потом бьют по мне. То есть они не хотят, чтобы я тут танковал. Ну ладно, у меня есть много жетонов. Смотри. Сейчас мы тут что-то соберем и прокачаем. Мины. Сколько у меня хп? А я могу, в принципе, подорваться. Ага, не могу. Они вообще жестко накидывают там. Я могу сейчас пострадать. Давай мы тут обменяем. Все, у меня 37 жетонов. Капец, у меня этих жетонов полно никуда тратить. Так, что это за штука? Давай. Это миномет! Он что, будет типа стрелять? Ничего себе, это тоже миномет! Это что-то новенькое! Ну все! Держите! Сейчас воблер бомбардир полетит! Скинет вам на голову! Лайки! Ребята, закидываем лайками! Кто не поставил лайк, ставьте лайк! Чтобы мы одолели этого врага. Я хочу мины эти обезвредить. Ну, по минам стреляешь ты. Минное поле не взрывается, но... Нет, оно не взрывается. То есть бьется по вражеской армии, а мины как были, так и есть. Самолет хорош. Реально он помогает. Конечно, <с> еще враги там остались, но, по крайней мере, визуально больше бомб у меня в запасе. Теперь надо побежать все собрать. Давай быстро взорвусь. Мину обезвредил с собой. Прям отлично. Ребята, учитесь. Нет, я шучу, конечно, не надо на мины лезть. Тем более сейчас время такое, что лучше с минами не дружить. Давай мы еще вот здесь обезвредим. А вон еще кусок башни остался. Ай-яй-яй-яй-яй! Аптечка! У меня нет аптечки. Как, как мне получить? Я еле выжил, ребята. Чуть не погиб. Что делают вот эти минометы, я вообще не понимаю. Можно как-то ими стрелять. Или они стреляют, когда я атакую. Или что они делают? Не совсем я понял. У меня есть бомба. Да не хочу я сюда ничего ложить! Не хотел я туда ложить жетоны. Оружие сделал. Ладно, пошли уже зачистим тут все. Где моя армия? У меня два танка есть, и достаточно. А, я нападаю, а минометы сзади стреляют. Ну, прикольно! Минометы красавчики! Так, я могу всех... А чё я не стреляю? Тут вообще, смотри, какие жирные эти дядьки стоят. Жирные вражеские войска. Накидываем, накидываем. И что тут у нас? У меня очень много жетонов. Сейчас будут новые земли, на которые мы с тобой переедем. Не знаю, что там будет за враг. Может, наша база как-то тоже изменится. Но мне придется все начинать с самого начала. Вот как мы в начале ролика. Тут начали все прокачивать. Вот так же я и начну. Может быть, что-то добавится еще для прокачки. Какое-то здание. Вот, допустим, не было минометов. Теперь они есть. И это прикольно. Как вот тут прокачать? Давай попробуем. Ну это конь. А вот это что за штука? Мотоцикл! Блин! В прошлый раз был только конь. Теперь я могу на мотоцикле ездить. Я хочу на моцике покататься. Только я все прокачал, уже земля закончилась. Надо брать флаг и дальше переезжать. Ну все. А вот я на мотоцикле. О, я могу покататься! Ваблер на моцике! Поехали! Прикол в том, что в моем мотоцикле колеса не крутятся. Смотрите, они статичны. Я не знаю, он просто скользит, что ли? Я могу выпасть? Не могу выпасть. Ладно, еду флаг брать на мотоцикле. Да, победа! Переходим на следующий уровень. Тут уже другие земли. Мы видим, здесь снова чувак, этот пулеметчик. Давай посмотрим, что здесь вообще изменилось. А, а чем я должен воевать? Здесь вообще ничего нету. Что за прикол? Ладно, дорогие друзья, мы с вами уже рассмотрим здесь все в следующем ролике. Но, по-моему, у меня нету армии. Или тут надо построить, а ну все остальное добавится. что то непонятно мне ничего. С тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики, и скоро увидимся. Пока.